На протяжении недели более 1500 лучших спортсменов из 49 регионов страны боролись за победу в главном турнире страны по кикбоксингу. И вот накануне в спорткомплексе «Витязь» состоялась церемония закрытия и долгожданные финальные поединки в дисциплинах К1 и фулл-контакт. Действительно, Анапа не только город курорт, но и город спорта. Зрителям желаю приятного просмотра, болеть за своих или за наших. Вот. А спортсменам выступить достойно, победить. Каждому желаю победы, удачи, успеха. Краснодарский край в галофиналах представлял один спортсмен. Амир Кубов выступал в дисциплине К1 в весовой категории до 51 килограмма. В решающей встрече ему противостоял кикбоксер из Владивостока. На протяжении всего поединка Амир успешно завершал свои атаки и контролировал ход боя. По итогу судьи единогласно отдали победу воспитаннику краснодарской школы кикбоксинга. Большую часть плана мы выполнили. Бой, я думаю, отработал достойно, на хорошем уровне. Я думаю, никто в этом не сомневается. Зрители, я думаю, довольны этим боем. Мои тренера также, я очень доволен. Спасибо. Эмоции переполняют. Трудно подобрать слова, которыми я могу описать эти эмоции. Поверьте мне на слово, это незабываемые впечатления. Организация на 5 с плюсом. Никаких шероховатостей не было. Все представители довольны. Очень хорошо все проведено, просто на высшем уровне. По итогам соревнований победители отправятся на подготовку в состав сборной команды России. А наш курорт в очередной раз доказал, что является одним из центров для проведения турниров высокого класса. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа регион.